левый глаз смысла оперировать вам нет, в принципе, никакого. Нет, вот, не надо. Да. Надо правый глаз, надо обследовать более детально. После осмотра врач выносит вердикт. Хоть зрение и ухудшилось на обоих глазах, основная проблема кроется в правом. Окулист из ведущей клиники Саратова дает консультацию жительнице Ершовского района. Чтобы попасть на прием к специалисту, пенсионерка заняла очередь еще до открытия местного ФАПа. Оно и понятно, до города сама добраться не может. Приехали, уделили нам внимание. А что нам не ехать в такую даль? Да по такой дороге пенсионерам-то. В течение дня профильные специалисты обследуют жителей нескольких сел Ершовского района. Именно об этом сельчане просили депутата Госдумы Николая Панкова. Парламентарий отреагировал. В День здоровья сюда приехали узкие специалисты из ведущих клиник областного центра, куда сельские жители не всегда самостоятельно могут добраться. Антонина Мордовина решила обследоваться сразу у нескольких врачей. Ей назначили лечение и направили на дополнительное обследование. Тут лекарство приписал невролог мне. Вот мы что делать в ногу. Вот 10 дней. Вот эти два укола ежедневно, а другой через день. Подобные дни здоровья по инициативе Николая Панкова проводятся уже не в первый раз. Медицинские десанты побывали во многих отдаленных районах области. За это время консультации специалистов получили сотни сельских жителей. Обращаются в основном пожилые пациенты, говорят специалисты. Молодые люди могут самостоятельно добраться до районных центров. Связано, скорее всего, это с тем, что район отдаленный, село, поэтому... Основной контингент – это больные с заболеваниями нижних конечностей, артрозы, варикозное расширение вен нижних конечностей. Консультации в День здоровья оказывали кардиолог, невропатолог, окулист, хирург и другие специалисты. Во время посещения на прием к врачу попали более 100 жителей Ершовского района. Каждому назначили лечение, а кого-то направили на бесплатное обследование в лучшие клиники Саратова. Екатерина Заграничная, Елена Петрова, Илья Толкачев, Саратов 24.